Всем привет! Рада вас всех приветствовать на своем канале. У нас пасмурно который день, поэтому освещение не очень. Надеюсь, все хорошо видно. Покажу свои хлорофитумы полосатые. У меня есть еще и обычные зелененькие, но эти мне больше нравятся. У них вот такие вот отростки, которыми они размножаются. Паучки. Вот здесь еще даже коробочка у меня открылась. Она уже раскрылась. Здесь семена. Покажу. Вот. Они очень легко размножаются вот такими вот паучками. Я их срезаю и укореняю в воде. Или же наклоняю их к земле. И вот они отращивают вот такие корешочки и укореняются. Вот здесь я прислонила к земле. Покажу поближе. Кончики листьев засыхают. Здесь все из-за отопления. Им здесь жарко. Вот такие вот симпатичные хлорофитумы. Абсолютно неприхотливые. Симпатичные паучки. Еще покажу хою, которую я укореняла маленькими черенками. Подписчица попросила, вернее, поинтересовалась, как они укоренились. Покажу их. Вот некоторые из этих черенков, которые я укореняла, они уже подросли. Отрастили большие усики, наращивают листочки. Эти два были у меня переставлены на солнечную сторону, поэтому произошли вот такие ожоги. Но очень не любит хоя прямых солнечных лучей. А вот этот маленький, здесь было буквально был один листок и маленький черенок, ну и он пошел в рост. Так вот подросли хойки. Вам спасибо за внимание. На этом все. Я прощаюсь. Пока.